Андрей Панов, 13 лет. Его сначала убийца задушил, потом зарезал. Мы гуляли, из леса вышел человек в крови. Громадный, высокий, настоящий великан. Он насилует мальчиков, отрезает им руки, убивает детей страшными садистскими методами. В ваших руках жизнь, бог знает скольких детей. В СССР маньяков нет. Места на этой Рублевке живого не оставлю, но найду. Но это не просто убийца, он сам как ребенок, как злой мальчик, который лапки жукам отрывает и смотрит. Тут в лесу один мужик живет. Человек в чешуе. Кличка Фишер. Фишер гений. Все говорят, Фишер плохой, Фишер сумасшедший, а он гений. Он Фишером себя не просто так называет. У меня много вопросов к нашей группе. Особенно к вам. Я тебе не дам пользоваться этой властью. То, что отличает нас от животных, значит, я животное. Все ужасное только начинается. С каждым разом мне захочется дальше и дальше. Это какой-то анатомический театр. Хочет показать, что это рокировка. Теперь наш ход. Никогда не молился. Вот тут молился.